Портал госуслуги.ру предоставляет возможность, не выходя из дома, заполнить необходимое заявление. Студенты раздали прохожим памятки, в которых написано, как зарегистрироваться на портале государственных услуг. Теперь возможности интернет-ресурса стали еще шире. Добавился раздел от МВД. Зарегистрироваться на портале госуслуг можно получить не только по линии МВД государственные услуги, но можно получить государственные услуги и в том числе по линии ФМС, это с загранпаспортами, с российскими паспортами и... Там, честно говоря, очень множество возможностей. Кстати, по статистике, наибольшей популярностью среди оренбуржцев на сайте пользуется услуга регистрации оружия. Реже к интернет-ресурсу обращаются с заявлением о добровольной дактилоскопии. Стоит отметить, что сегодня горожане с интересом слушали студентов. Ведь информация о портале государственных услуг может понадобиться каждому. У меня дети маленькие, домохозяйка, сижу с детьми. Я, не выходя из дома, могу вот все свои дела сделать, решить все свои проблемы. Зарегистрироваться на портале госуслуги.ру очень просто. Нужно всего лишь зайти на сайт и заполнить заявку. Из документов понадобится только СНИЛС и паспорт.